Из Китая в Беларусь за 15 дней. Доставку грузов по кратчайшему маршруту организовали белорусские и российские перевозчики. Сегодня на станции Калядичи под Минском встречали уже 25-й поезд. 80 контейнеров с товаром доставили из Шанхая в порт Владивостока, а оттуда по железной дороге в Беларусь. Это в 3 раза быстрее, чем по морю. Выигрыши в простоте оформления. Все таможенные процедуры занимают не более суток. 25 поездов – это цифра, показывающая, что продукт стабилен, что мы добились определенного результата, отработали технологии. Конечно, эта цифра только начало. Мы собираемся развивать и увеличивать объемы этих перевозок. Мы вообще сторонники говорить по результату. И мы, видите, фиксируем 25-й поезд как результат, а не первый. Надеемся, что мы в скором времени скажем о результате 2 поезда в неделю. Это та регулярность, та цель, с которой мы должны прийти. Нынешняя частота перевозок раз в 10 дней. Есть намерение расширить географию, чтобы Минск был не конечным, а транзитным пунктом на пути товаров в Европу.